вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех на телеканале «Беларусь 4 Гомель» и предлагаем это время провести вместе с нами. В эфире вечернее шоу «Добрый вечер, Гомель». О, спорт и мир. В здоровом теле здоровый дух. Выше, быстрее, сильнее. Вот далеко не все лозунги и девизы, которые посвящены его величеству, спорту и здоровому образу жизни. Тема спорта неоднократно поднималась и в наших программах. И все равно мы продолжаем об этом говорить, и на то есть множество причин. Ведь быть в прекрасном расположении духа, тонусе и хорошей физической форме – это то, к чему стремятся многие. И замечу, многие добиваются в этом невероятных успехов. А некоторые и вовсе, начиная с любительского, переходят на профессиональный уровень, завоевывая призы и награды. О спорте, здоровом образе жизни и прекрасном расположении духа поговорим мы сегодня в этот вечер. В гости к нам придут замечательные люди, которые, мы уверены, для многих станут стимулом и примером для подражания. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь-4». И в гостях у нас вот на самом деле самая настоящая спортивная семья. Давайте знакомиться со всеми по очереди. Станислав Неверовский, профессиональный спортсмен, объехал практически весь земной шар в составе национальной сборной Беларуси по плаванию, участник Олимпийских игр в Пекине и Афинах, призер Кубка мира. Ну, а сейчас прилежный семьянин. Стас, добрый вечер. Добрый вечер. Юлия Неверовская, ну, про такие. Юля, наверное, как вы, можно сказать, спортсменка, комсомолка и вообще красавица. Ну, а если серьезно, то Юлия победительница турнира Iron Lion Cup. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. И их замечательная дочь Александра. Саш, привет. Привет. Как привет. Настроение? Хорошо. Это замечательно. Ответ на следующий вопрос, наверное, очевиден, но все-таки, ребят, какое место в вашей жизни занимает спорт? Можно я? Конечно. Начнем с того, что спорт нас объединил, нашу семью. То есть наша семья, спорт дал начало нашей семье. Потому что я занимался спортом, Юля занималась спортом. И мы познакомились благодаря спорту. И тем самым он имеет полное, максимальное значение в нашей семье. И у нас традиции спортивные. Вот мы надеемся, что младший наш парнишка будет продолжать. Вот я хотел спросить, семья-то ваша сегодня у нас в гостях не в полном составе. Где самый молодой член семьи? Сыночек наш в садике. С кем он, где он и какие спортивные надежды он подает? Ой, ну мы уже думаем, что он, наверное, продолжит папину, по папиным стопам пойдет и будет подавать надежды тоже в спорте. Обязательно. В плавании. Но он занимается сейчас плаванием? Ну, пока еще нет. Ему еще только 3 года исполнится в июне, но... В бассейн мы уже собираемся. Да, уже бассейн собираемся, уже есть намерение. Станислав, сегодня в вашей спортивной копилке огромное количество и поездок, и сборов, и соревнований, и чемпионатов. И напомню, что вы же призер Кубка мира. А вот с какого возраста началась ваша спортивная жизнь, спортивная карьера? Ну, карьера началась банально с обычного желания пойти научиться плавать. В 7 лет, как все мальчишки, девчонки в таком возрасте, ну, наверное, больше мальчишки, хотят уметь хорошо плавать. Тем более мы живем в городе над Сожем. То есть, и чтобы в себя чувство уверенности добавить в себе и чувствовать себя хорошо на реке, я решил заняться плаванием. Ну, в общем, как-то желание научиться плавать переросло в профессиональную привычку. Вот так и затянуло в кручину. Не возникало желания сменить какой-то вид спорта? Ну, например, научиться метко стрелять или выше, быстрее, сильнее. Да. Вы знаете, был и маленький этап карьеры спортивной, что так пришлось мне еще немножко попутно позаниматься пятиборьем, поэтому... И приходилось выступать на соревнованиях по пятиборью 1 год. И пришлось там и стрелять, и бежать, и плыть. То есть в том возрасте это было 3 вида. Ну а вообще, как бы, наверное, не хотел. Наверное, потому что мне очень сильно понравился этот вид спорта. И я хотел отдаваться ему полностью и целиком. В результате сколько лет у вас, скажем, ну я не скажу, что отнял, а сколько лет вы отдали спорту? Ну, больше 20. То есть больше 20 лет,
Это и 10 уже на таком на прилично профессиональном уровне. Более того, скажу, что я не знаю, как у других видов спорта, но в плавании присутствуют такие дни, когда недели, месяцы, когда у тебя 3 тренировки в бассейне в день. Вот я хотел спросить, это же жесточайший график. Да. Это же шаг влево, шаг вправо считается недопустимым в таких вот серьезных спортивных делах. Да, исключительно, очень все особенно, если вот я повторюсь, 3 тренировки в бассейне и еще одна в зале. То есть практически день, ну, у тебя просто день расписан. У тебя свободное время. Да, после ужина. Покушать, так и все. Время на покушать и время после ужина. И на самом деле, при желании почитать литературу, недолго, страничек 10, и ты засыпаешь. И вот, Татьяна, заметь, и при всем при этом еще умудриться познакомиться с девушкой, сделать ей предложение, сыграть свадьбу и создать семью. Такой замечательный. Юля, вот вопрос, кстати, к вам. А легко ли быть женой спортсмена? И это к тому же еще какой-то рацион питания надо поддерживать специальный. Ну, это вот к тому, со Стасом вы познакомились в тот период, когда он был действующим спортсменом, с таким вот жестким графиком. Да, жестким графиком, и это постоянные тренировки, у него свой режим, то есть ему нужно еще успеть отдохнуть, поспать, но для меня это было не самое, наверное, тяжелое. А скорее... тут, наверное, еще и вы со своей романтикой. Романтика, да, романтика была, как без романтики. Дело в том, что он же уезжал еще на сборы, и эти сборы были и по месяцу, и по два, то есть когда особенно подготовка к каким-то важным стартам, там, то есть его просто не было дома очень долго. И мы, когда он приезжал, каждую минутку уже старались быть вместе и между тренировок. И, ну, то есть вот как-то так и понимали друг друга. Понимали друг друга, потому что, ну, то есть я уже на тот момент, когда со Стасом познакомилась, он сказал, меня ни одна девушка не выдерживала, потому что, ну, никто просто... его никогда не было. Не было понимания всего того, что происходит в профессиональном спорте. А вот Юля, ввиду того, что спортсменка, соответственно, она и понимала, что это такое. А познакомились мы, я ехал с соревнований из города Минска в поезде. А куда ехала Юля или откуда? Тоже с Минска ехали, тоже, по-моему, из каких-то соревнований. Мы, да, тоже ехали с соревнований и оказались случайно в одном вагоне. В одном вагоне. Они, да, ехали командой пловцов, а мы ехали... Командой? Ну, я занималась легкоатлетикой. А вы в спорт вообще когда пришли, в каком возрасте и какой спорт это был? Ну, уже выяснили, легкая атлетика, осталось наверное, выяснить. Может быть, тоже были какие-то параллельно? Наверное, в пятом классе я была, сколько это мне было лет. Вот, то есть я пришла в легкую атлетику, ну, и вот до сих пор мы находим для себя какую-то спортивную жизнь. Ребята, вот признайтесь честно, спортивные темы сегодня часто звучат в вашем доме? О, да, постоянно. Потому что каждый день у нас тренировки, причем тренировки и у Стаса, и у Саши, и у меня, поэтому у нас расписан день. Согласовать график необходимо. Да, учитывая, что работа и дети, нужно внимание уделить, и всех накормить, и еще успеть потренироваться, и в общем... Вот то, что касается накормить, любопытно узнать, в спортивной семье как же составляется меню? Мясо, конечно, составляется меню. Мы стараемся правильно питаться. Да, то есть мы придерживаемся такого рациона, чтобы это были белки, жиры, углеводы, для того, чтобы нормально можно было тренироваться, были силы. Ребенок у нас тоже, хоть у них такой спорт, что им строго нужно следить за фигурой, за весом. Ну, я думаю, Саша сама расскажет непосредственно, а чем же она занимается, каким видом спорта. Саш, художественной расскажи. Гимнастикой. Угу. Сколько лет ты уже посвятила этому спорту? Ну, занимаюсь с 4 лет, получается, закончила где-то 5-й год, может, уже. Ну, скажи, это было твое желание или все-таки родители настояли и убедили себя, что это необходимо, что это красиво, и ты должна быть в этом спорте?
Нет, я сама захотела. Все началось с того, что мама как-то раз показала мне на соревнованиях, как выступает такая девочка. Я заинтересовалась этим видом спорта. Потом стала у родителей просить, чтобы они отдали. И они отдали меня. Ты не пожалела об этом решении? Нет. Александра, скажи, пожалуйста, а не влияет ли это, скажем так, негативным образом на школьную программу? Все-таки учебу в школе и уроки тоже никто не отменял. Какие же оценки у тебя в дневнике? Хорошие оценки. И учусь я хорошо, и... А как получается занимаюсь. У тебя совмещать? Ведь, наверное, тренировки это тоже сложно. Тренировка у меня к 8 часам, ну, где-то до 10:30. Потом я прихожу домой, если бывают какие-то устные уроки, я обычно делаю письменные, а потом, когда прихожу с тренировки, я делаю устные, если там много письменных задали. А так я вообще все вместе всегда делаю. Потом где-то к часу иду в школу, потом со школы в 6-7 часов возвращаюсь, и делаю уроки. Вот такой вот график. Прекрасный, не менее, например, прекрасный график, зато все время занято, и занято оно полезными делами. Юля, у меня к вам вопрос. Расскажите, быть женой, матерью, прекрасной матерью двоих детей, но еще и успевать готовиться к соревнованиям. Друзья мои, спешу вам рассказать, что Юлия недавно приняла участие в турнире Iron Lion Cup, который проходил в городе Могилеве. Турнир проходил во второй раз. Там же состоялся открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Юля, как так получилось, что вы туда попали? Родив двоих детей, я хотела прийти в форму и занималась в зале. То есть я хотела выглядеть достойно просто для себя. И вот как-то так, наверное, каждый человек находит для себя какую-то мотивацию. Я решила выступить на соревнованиях, попробовать подготовиться. И конкретно, чтобы выступать, я никогда об этом не думала. Ну, наверное, настал такой вот момент, когда мне захотелось что-то вот как-то себя может проявить в этом спорте. Ну вот, изучив немножко вашу спортивную биографию, я уже в курсе, сообщаю об этом зрителям, что не так давно вы уже получили звание королева фитнеса, если не ошибаюсь. Было, да, было, что мы выступали, да, королева фитнеса, был такой конкурс. Это был какой год? Это был 2010, по-моему. Ну, вот сейчас вы выбрали достаточно брутальный вид спорта, и многие сейчас по ту сторону экрана. Я попрошу наших режиссеров, чтобы показали те уже, по-моему, исторические кадры. Как получилось так, что... Вот, кстати, это вы в розовом купальнике под номером... 78. Под номером 78. Многие сейчас скажут, но ведь не женский это вид спорта. Как так получилось? Не женский. Ну, я бы сказала, что не то чтобы не женский. Есть бодибилдинги, такая вот категория фитнес-бикини. Она достаточно женственная и красивая. Там тоже красивые купальники, камни, прически. То есть при всей мышечной этой вот массе, да, скажем, это должна быть и красота, элегантность, женственность. Поэтому, наверное... Мало кому может это не нравиться. Чтобы добиться вот таких побед, Юль, ведь нужны тоже тренировки. Как у вас с вашим режимом дня? Одно дело видеть то, что мы сейчас видим у нас в студии, но никто же, кроме избранных, не видит, как это все происходит. Какими трудами, потом и изнурительными тренировками добиваются эти результаты? Да, вот в этом все и дело, что судьи, когда сидят, они оценивают, да, они видят уже результат. То есть они не видят, сколько времени, кто сколько приседал, сколько, кто как питался, то есть... Кому-то, то есть важны тоже, наверное, и данные природные, потому что, ну, без этого, наверное, никак. Скорее, в любом спорте, наверное, это тоже важно. Но и труд, надо трудиться, это питание обязательно, это тренировки и, ну, работа над собой и стремление к цели, достигать чего-то. Станислав, расскажите, а как вы участвовали в подготовке супруги к этому, ну, непростому соревнованию? Если честно... Кроме моральной поддержки. Мое участие заключалось в том, что самое главное, я считаю, в тот момент, когда Юля по причине какой-то усталости либо семейных забот
либо общей какой-то усталости, говорил, может, я не пойду на тренировку там. Я всегда говорил, так, не выдумывай, вперед на тренировку. Всегда говорил, всегда ее поддерживал. Я думала, да, точно. Я знаю, что это такое, я знаю, что иногда хочется полениться, иногда хочется, но этого не должно быть. И вот в этот ключевой момент, я думаю, что мои слова вот это действенным образом помогали, стимулировали идти на тренировку, и она шла, она не ленилась. И вот эти вот тонкие моменты, они действительно, сама поддержка, вот самое главное, я считаю. Юля, но вот на таких соревнованиях какие критерии оценок, на что обращают внимание, когда вот вы выступаете? Ну, это оценка пропорций, это мышечная масса, то есть даже не масса, а проработка мышц. То есть, ну вот, это, наверное. Вес, рост... Ну, фитнес-бикини, там категории распределены по росту. То есть девочки выступают примерно одного роста. Вот. И их оценивают между собой. Да, важно позирование, подача себя. То есть это тоже оценивают. Какие-то артистические, наверное, купальник, тоже. Вот, прическа, макияж. Я хотел затронуть разговор о том, что немаловажно, чтобы еще и костюмчик хорошо сидел. Признавайтесь честно, сколько же кристаллов Сваровски украшала ваш сценический костюм на этом соревновании? Где-то около 3000 камней было на моем купальнике. Да, он горел, это... Да, это очень красиво. Стас многозначительно покачал головой. Да, честно, я видел, я видел, я предполагал как бы достаточное количество, но, если честно, не предполагал, что это настолько достаточное количество. То есть я вживую его видел это вблизи, как говорится, и вот 3000 я никак не ожидал. Какие же результаты принесли кристаллы Сваровски и многолетний труд в тренажерном зале для того, чтобы выйти на подиум? Я поучаствовала в соревнованиях, как бы попробовала себя, выиграла их. То есть и я бы хотела, наверное, продолжать дальше выступать. То есть хороший стимул? Да, стимул хороший, мне нравится. И я думаю, что если моя семья будет меня поддерживать, я думаю, что все получится. Ну, а кроме спорта, безусловно, есть еще и, как мы выяснили, работа. Начальник, директор, как относятся к этим начинаниям и поддерживают ли коллеги по работе? Ой, ну все всегда, когда узнают про какие-то соревнования, если ты что-то выигрываешь особенно, конечно, они говорят, что ой, а я ее знаю, и гордятся, да, это приятно, конечно. Но дело в том, что я же нахожусь в декретном отпуске сейчас, и мои коллеги, скорее всего, даже и не знают, что я в этом спорте. Благодаря сегодняшней программе, Александр. Еще одна интрига будет немножко раскрыта. Да. Саша, скажи, как тебе живется, вот, когда родители оба спортсмены? Очень хорошо. Есть на кого равняться? Да. Можно я тебя кое о чем попрошу? Могла бы ли ты продемонстрировать прямо сейчас в нашей студии свои спортивные достижения? Да. Ну, тогда мы, наверное, тебя попросим пройти в нашу гримоборную, переодеться к концертному выступлению. Ну, а наша программа продолжается. Пока Александра переодевается в свой концертно-сценический наряд, есть время задать еще несколько вопросов. Расскажите, как вы планируете ваш отпуск, отдых? Как отдыхать любите? Ты первая. Ну, дело в том, что я выхожу из декрета и иду на работу. Вот, и с отдыхом мы еще не думали. Про отдых пока что говорить рано. Отдых говорить рано. Ну, хорошо. Ну, а вообще спортивные семьи, даже на вашем примере, как вы строите свой отдых? Будь то долгосрочный отпуск или просто уикенд, выходные дни? Это он проходит так же в спортивном стиле, как и, собственно говоря, вся жизнь? Или есть время расслабиться?
Ну, хочется, конечно, с друзьями пообщаться, хочется, да, что-то посмотреть, куда-то съездить. Я люблю кататься на велосипеде, то есть я сажу своего маленького сыночка сзади на сиденье, дочка тоже, у него тоже велосипед, и мы ездим все вместе кататься. Вот, бывает так. Ну, а кроме спортивной темы, что еще может вас захватить, ну, скажем так, с такой же силой? Какие у вас есть хобби? У меня, допустим, хобби, когда есть свободное время, и на самом деле его не так много, как вы правильно заметили, у спортивной семьи мало свободного времени. Потому что, уделяя спорту, значит, свободное время, идя в тренажерный зал, либо в бассейн, это отчасти наше, наверное, тоже хобби. Поэтому дополнительно, наверное, я люблю по возможности на рыбалку съездить с друзьями, либо организовать, скажем так, некий поход с палатками на несколько дней. Ну, как-то смена обстановки и, скажем так, офисную жизнь сменить на что-то, соединение с природой. Наверное, вот так. Ну, и встреча с друзьями, в первую очередь, по возможности куда-нибудь съездить. Хотя бы уикенд, выходные, то есть это вот, наверное, да. Юля, кроме тренажерного зала, какие хобби присущи вам? На самом деле, я занимаюсь своими детьми, и поэтому у меня все время уходит на развитие их, я провожу с ними время, играю, ну, то есть у нас какие-то развивающие игры. То есть, ну да, скорее времени очень мало на какое-то такое хобби, например. Вот было у меня, что зимой я плела из бисера, сплела, вот хотелось мне сплести елочку. Я сплела, когда все ложились спать, я плела вот из бисера вот такую новогоднюю елочку. То есть, ну вот иногда что-то хочется такое творческое, мне нравится. Ну а тем временем мне подсказывают, что Александра готова к выступлению в студии «Доброго вечера», поэтому давайте ее поприветствуем. Александра, проходи. Спасибо большое. Присаживайся к нам на диван. Я думаю, что сейчас многие по-хорошему позавидовали тому, что есть в нашем городе такие спортивные семьи. Хотелось бы от вас услышать рецепт. Что нужно сделать для того, чтобы начать заниматься спортом, скажем так, не лежа на диване, а от теории перейти к практике? Я думаю, что, наверное, нужно полюбить себя прежде всего, стараться любить спорт, и тогда он полюбит вас. Наверное, вот так. Стас, что вы скажете? Я думаю, что в первую очередь, я, наверное, скажу, наверное, за мужскую половину, да, так как супруга за женщин, я за мужчин. Мужчины, посмотрите, нас окружают великолепные, красивые, замечательные женщины. Так давайте мы будем под стать им точно так же за собой смотреть, в том числе ходить в спортзал, бассейн, играть в футбол, просто кататься на велосипеде, вести активный образ жизни и тем самым говорить себе самим, что мы лучше, и наши вторые половины, которые рядом с нами, они заслуживают нас лучших, то же самое, как мы заслуживаем их лучших. Александра, отдельное спасибо тебе за твое выступление в студии «Доброго вечера». Обещаем, что продолжим следить за твоими спортивными достижениями. Ребят, спасибо вашей семье за то, что нашли время провести эту часть вечера вместе с нашим вечерним шоу. И надеемся, что следующий ваш визит, а он обязательно будет, в нашу студию уже в полном составе всей вашей большой дружной спортивной семьи и со спортивным подрастающим поколением. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
Далее в программе мы поговорим о том, как быть всегда в прекрасной физической форме и хорошем расположении духа. Как от мысли, что пора бы уже выдвигаться в фитнес-клуб, перейти к реальным действиям. Ну и, конечно же, постараемся ответить на вопрос, для чего же нужен фитнес. Обо всем этом сразу после рекламы. Мы приветствуем всех, кто присоединился к нашей компании на телеканале «Беларусь-4». И этот «Добрый вечер» в Гомеле проводят вместе с нами. О фитнесе не только говорим мы сегодня, и это не случайно. Уж сколько о нем сказано, а разговоры все не прекращаются. История эта длится с античных времен. Согласно историческим справкам, именно в античности зародился фитнес. Сегодня существует огромное количество видов и направлений. Но лучше нам об этом расскажет инструктор по фитнесу Светлана Михайлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы нашу беседу начать с такого вопроса. Так что же такое фитнес и для чего он нужен? Ну, наверное, сразу правильно было бы сказать, что фитнес – это целый образ жизни сразу. Вот это не набор упражнений одно за другим или что-то еще такое отдельно взятое. Это образ жизни. В переводе с английского – соответствие. То есть соответствие между душевным состоянием и гармоничное соответствие с физическим состоянием. Вы занимаетесь, вы получаете удовольствие от этого и чувствуете вот именно гармонию. И вот так. А эта гармония вот в вашей жизни, как она появилась? Как в вашу жизнь пришел фитнес? Мне кажется, я всю жизнь занималась. Мне так кажется. Очень давно. Когда-то давно начала сама заниматься аэробикой. Вот. Причем даже не было еще фитнес-клубов как таковых, так вот, как сейчас уже их очень много. Просто отдельно где-то какие-то группы при стадионах или там при каких-то спортивных сооружениях. Вот. И я занималась. Вот. А так вот именно, как говорится, фитнес-инструктора меня, конечно, выводила моя супертренер, я ее очень люблю, она очень классная. Она чемпионка Беларуси по оздоровительной аэробике. Может быть, мало кто знает, но вот проводятся такие соревнования даже. И она чемпионка Беларуси Наталья Сырова. И вот она мой супертренер. Я у нее занималась, у нее обучалась, и таким образом вот пришла в инструктора. И сама работаю уже, наверное, больше 10 лет инструктором по фитнесу. Несколько раз видел, как проходят ваши занятия, ваши тренировки. Если честно, у меня сложилось впечатление, что вы полностью вся созданы из фитнеса и для фитнеса. Кстати, вот сейчас можем видеть фрагменты тех, ну, да, в хорошем смысле слова, изнурительных тренировок. Как они у вас проходят? Угу. Да. Ну вот, занимаемся, стараемся. Так вот, если на секунду глянуть, то можно прямо подумать, что беспрерывно, там чуть ли не на износ, но вот расслабляемся. Именно такое ощущение у меня и сложилось. Нет, это если на секунду заглянуть, то кажется, что прям там такая работа бесконечная и непрерывная часами. Мы, конечно, очень сочетаем. Поделали упражнения, чуть-чуть расслабились, отдохнули, потом снова поделали потруднее, потом сделали что-то более легкое, и так вот в течение часа. Понимаете, самое главное, чтобы занятия приносили удовольствие. Вот. И я люблю всегда говорить, что наша цель не олимпийские рекорды, а в первую очередь оздоровление. И все туда в зал приходят за здоровьем. Вот. И поэтому главное, чтобы вам это было приятно. Не мучительно и не изнурительно. Вот некоторые говорят, хожу на аэробику или хожу на фитнес. Если разобраться, аэробика и фитнес – это одно и то же? Или все-таки какая-то граница существует? Не то чтобы граница, а, наверное, можно так сказать, что фитнес – это более широкое понятие. Это вообще, вот, ну, как я уже сказала, это образ жизни. Аэробика – это уже часть фитнеса. Да. Аэробная тренировка сама по себе – это тренировка, которая способствует насыщением кислородом вот мышц. И это не обязательно там только какие-то упражнения просто в зале, а можно сюда отнести, ну, что хотите, та же ходьба и тот же бег, и та же езда на велосипеде. Это все занятия, которые можно назвать аэробными. Вот. Поэтому, ну, такое аэробика более узкая, представляете себе. А фитнес – это
тут здесь и йога, здесь и пилатес, и все-все-все. Это вот все вместе взято. С какого возраста можно приходить на фитнес? Потому что кто-то говорит, что у меня уже не тот возраст, я не пойду заниматься. Ой, неправда. В любом возрасте. Ну, во-первых, возраст такой, это такое же тоже ощущение очень индивидуальное. Согласитесь, что есть люди, которые и в 20 лет вот не очень любят так вот шевелиться. Движение и такое, не спокойно, любят. Да. А есть такие, которые за 50, и за ними поди угонись. И они двигаются, они там катаются, они занимаются, они такие все в движении постоянно. Поэтому ну, не, вообще нет здесь никаких ограничений, и никогда не поздно прийти. Опять же, это же не высокий спорт, вот, там, который готовит к олимпиадам, там, к рекордам и так далее. Это просто вот для здоровья, для хорошего самоощущения. Поэтому ну, всегда надо приходить, всегда двигаться, всегда заниматься. Я люблю еще говорить, что движение – это жизнь. Вот, а любой возраст, конечно, пожалуйста. Ну вот то, что мы видели в видеопрезентации, и надувные мячи, и гантели, ну, скажем такие девчачьи гантели. Да. Можно сделать вывод, что для аэробики и фитнеса все средства хороши? Или все-таки существует какой-то набор спортивных снарядов, которые вы используете? Мы используем спортивные снаряды, но такие очень разные. И... Не знаю, мы на ножки утяжелители одеваем, мы в руки берем гантельки, мы занимаемся с фитболами, с этими большими надувными мячами, мы на степ-платформах занимаемся. Ну и это еще вообще все не обязательно, можно вообще без ничего, вот просто на коврике выполнять упражнения, ну, прыжки и собственным весом что-то, и, ну все, что хотите, вот абсолютно все, что хотите. То есть отговорка «я не буду заниматься фитнесом, потому что у меня нету маленьких розовых гантелек»? Это вовсе не отговорка. Это именно отговорка. В чистом виде. Не подходит. Вообще отговорок не должно быть. Вот, потому что это здоровье. Потому что это хорошее самочувствие. Потому что это бодрость. Потому что это все. Не знаю. Светлана, а вот на ваших тренировках мы не заметили мужчин. Есть ли мужчины в данном виде спорта? Не видела ни разу. Ни на своих, ни на каких-то еще. Вот почему-то мальчики склонны больше поработать с весом, в тренажерном зале, да, там не с гантелями, с такими, с надежными, серьезными. Со штангой. Да, там на тренажере тоже подвесить веса себе так побольше. Вот. Как-то у мальчиков такое представление, что аэробика – это там такие девчачьи танцы, девичьи забавы. Так вот. Ли это? Ну вот, я считаю, что все должны приходить на аэробику, но почему-то мое мнение, что это для всех, а жизнь показывает, что для девочек в основном. А парни думают совершенно по-иному. Совершенно наоборот, да. Ну, Светлана, смотрите, если такие колоссальные нагрузки, ну, опять-таки ставлю в пример ваши занятия, складывается ощущение, что там темп просто неимоверный, не даете расслабиться. Ну, как выяснилось, это уже... Иллюзия! Не так. Иллюзия. Так вот, вопрос в следующем. Для того, чтобы был результат от подобных тренировок, наверное, немаловажно соблюдать еще и режим питания. Немаловажно, но это не строго. Как объяснить? Вот я очень сильно не люблю слово «диета». Вот я как раз хотел затронуть этот момент. Очень не люблю слово «диета». Я когда слышу слово «диета», у меня такая ассоциация сразу, что это уже не питание, а какое-то лечение. Режим. Режим, там что-то такое навязчивое, строгое и неприятное. Вот. Просто к питанию нужно подходить разумно. И я не думаю, что я сейчас что-то новое скажу. Это все-все-все знают. Просто разумный подход. Любой человек вам скажет, налегайте на овощи и фрукты. Вот. Особенно сейчас лето, красота, почему бы и нет. Любой человек скажет, и все это знают, что не ужинайте слишком поздно. Поздний ужин, ну, это плохо. Вот. И неправильно, и плохо, и все это тоже знают. Маленькие порции, ну, правильно. Не нужно садиться за стол и постараться съесть там сразу все, что видишь. Вот. И, ну, вот и все. Ничего такого особенного и ничего такого невыполнимого. Но, конечно, это обязательно нужно выполнять. Вот. Вот в таком виде. Скажите честно, вы как фитнес-инструктор должны не только вести занятия, но еще, скажем так, быть образцом, эталоном для тех, кто приходит на ваше занятие. Что вы исключили из своего питательного рациона?
Ну, напрочь. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Признаться честно, ничего. То есть можете себе позволить и булочки, могу, и пирожные? Да, и... ну опять же я повторю, что это не должна быть кучка булочек. Вот, если картошка захотелось... жареная. Да, это не должна быть сковорода картошки, понимаете? Я не люблю так, я никогда это никому не советую, исключите напрочь. Да только попробуй запретить, сразу вот именно запрещенного и хочется. Сразу. Вот просто сразу и побольше. И не поспоришь даже с этим. Да. На себе проверено. Вот, так, я же вот и повторюсь, что все это знают, и поэтому, ну, что-то изобретать велосипед. Хочется, значит, можно скушать, но немножко, и не ночью, допустим. Вот и все. Светлана, а вот люди, которые к вам приходят, может быть, есть кто-то, кто разочаровывается. Сколько должно пройти времени, чтобы был очевидный результат? И ведь, согласитесь, существует такой стереотип, такое мнение, что вот я неделю похожу, и все, я приду в норму. Для меня недели будет достаточно. Да. Так ли это? Сброшу 2 килограмма, 4. И что? Знаете, можно сбросить за неделю 2 килограмма, там просто прекратить есть, да, и там бегать, я не знаю, что-то еще заниматься. И придут эти ваши 2 килограмма, и с собой приведут еще 3 через неделю. Поверьте, так оно и будет. Эти резкий сброс ничего хорошего не даст. Вот. И, ну, что касается результата, результаты тоже разные, ну, смотря что, какая была цель у вас поставлена и какой получили результат. Я все называю результатом. Вот даже то, что в течение месяца, например, если вы ходите регулярно, то в течение месяца те упражнения, которые вам тяжело давались, 100%, если вы месяц ходили регулярно, вы почувствуете через месяц, что вам уже проще выполнять, намного. И если были упражнения, которые вы вообще не понимали, не могли сделать, то через месяц вы начнете их делать. И это тоже результат. Еще какой? Потому что это труд. И, конечно, это результат. Вот. А если говорить о том, чтобы там уже идеальную фигуру получить, конечно, за месяц вы не получите. Надо походить немножко дольше. Я всегда говорю, что чтобы получить вот результат, именно к которому вы стремитесь, очень-очень важно найти занятие, которое вам по душе, чтобы вам было это приятно, чтобы вы не занимались через силу, через «не хочу». То есть если вот у вас не очень там, вы любите очень там подвижные тренировки, танцевальную аэробику, или вот на фитболах мы смотрели, или на степ-платформе, это очень активные тренировки, значит, можно поискать что-то другое, тот же самый пилатес, или даже ту же самую йогу. Ну, то есть более спокойно. Та тренировка, которая приносит удовольствие, она и приносит более быстрый и лучший результат. Она качественнее будет. Это важно. Как мы уже затрагивали сегодня в нашем разговоре, инструктор должен быть эталоном, образцом для подражания и всегда быть в форме. Но инструктор тоже человек, ему тоже, конечно, когда-то надо отдыхать. Расскажите, как проходит ваш отдых? В частности, вот уходите вы в отпуск. Забываете ли вы о тренировках? Я хожу в отпуск. Очень страдаю в отпуске от того, что нет тренировок, начинаю бегать. Да ладно? Да. Начинаю бегать, как ненормальная просто. Ну, если я знаю, что нет тренировок, значит, я одела кроссовки и пошла бегать. Даже на море. Да, даже на море. Вот даже если я уезжаю куда-то, у меня с собой кроссовки в чемодане лежат. Ну, вообще, как бы для меня тренировка – это отдых, честно говоря. Это я отдыхаю, это мое хобби. Я там отдыхаю очень классно. Я вот даже если на работе очень устанешь, там идешь на стадион, прям плетешься от усталости, из зала выходишь, все, крылья вырастают, час отработал, крылья вырастают, осанка, нос кверху, улыбка на лице. И, кстати, не только у меня, я хочу сказать, а даже вот клиенты, как девочки, которые приходят заниматься, я вижу, как они идут в зал, я понимаю, что люди там после работы, там кто-то, может быть, даже целый день на ногах, и они вот просто плетутся в зал. Из зала выходят все, осаночка, спинка ровненькая, на лице улыбка, все, люди счастливы, они отдохнули. Вы знаете, как говорится, диета всегда начинается завтра. То же самое и с походом в фитнес-клуб, в тренажерный зал, на тренировку. Кто-то откладывает, начну с понедельника. Кто-то откладывает, начну с Нового года. Да. Что, на ваш взгляд, может стать, скажем, самой весомой мотивацией, чтобы, не откладывая на завтра или на следующий месяц, пойти на тренировку буквально уже, ну, сегодня вечером?
Вот трудно сказать. Честное слово, вот мне трудно сказать, как, вот если там не очень хочется, как человека заставить невозможно. Должен человек сам вот просто собраться и прийти. Вот. Те, кто уже ходят, это для них образ жизни. Им мотивация не нужна, им просто уже этого не хватает, этих тренировок. Но вот чтобы начать... Ну, чаще всего говорят, чтобы похудеть. Чаще всего девочки, которые приходят, лишний вес, начинается весна, начинается пляжный сезон, одевание купальников и шортиков и прочее. Ну, вот это для девочек. А так вообще, вот если кроме этого, не знаю. Светлана. Мне кажется, к этому надо стремиться просто, и все. Не ждать какой-то мотивации, какого-то толчка. Вот просто нужно к этому стремиться, и все. Просто. Такой вот. Знаешь, еще, Татьяна, да? Я решил, что сегодня после программы я сразу отправляюсь в фитнес-клуб на тренировку. Светлана, те, кто собрался на занятия в фитнес-клуб, но еще не сделал этот первый шаг, я думаю, ждут вашей помощи, поддержки и напутственных слов. Ну что сказать? Обязательно приходите заниматься. Потому что, придя в спортивный зал и побыв на тренировке, вы получите очень много. Вот очень много вы получите для себя. Вы получите заряд бодрости. Вы получите заряд положительных эмоций. Вы получите стройность. Вы получите уверенность в себе. Ну, наверное, знаете, новые друзья, знакомые. Новые друзья, знакомые обязательно. Люди общаются, приходят даже ради общения. У людей меняется вот походка, у людей меняется осанка, у людей появляется такая, знаете, уверенность в себе. Поэтому заниматься обязательно нужно, приходите обязательно, двигайтесь, получайте удовольствие и всем-всем-всем желаю. Будьте здоровы, будьте красивы и будьте счастливы. Спасибо, спасибо огромное за то, что эту часть вечера вы провели вместе с нами. Всем напомню, что у нас в гостях была инструктор по фитнесу Светлана Михайлова. И будем рады снова видеть вас у нас в гостях с фитнес-новостями. Благодарю. Большое спасибо. Всего доброго. А далее в нашей программе постараемся выяснить, что же таит в себе загадочная йога и чем вызвана ее популярность в последние годы. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы говорим о фитнесе во всех его проявлениях, да и вообще о здоровом образе жизни. И еще одно направление, которое способствует здоровому образу жизни – это йога. И мы приветствуем нашего гостя в студии. Это практикующий психолог, инструктор по йоге Олеся Кудасова. Добрый Олеся, день. Добрый вечер. Хотелось бы наш разговор начать с приветствия. Намасте. Намасте. Йога насчитывает не одно тысячелетие в своей истории, в развитии. Вот что обычному человеку, скажем так, необходимо знать об этом? Ну, вы правильно сказали, йога – это древняя практика, и она способствует саморазвитию человека при помощи осознания своего тела, работы над телом, ну и, следственно, работы над сознанием. Ну, что необходимо знать, это то, что йога – это определенная структура, это образ жизни, который следует следовать, пожалуйста. То есть занятиями то, что, например, человек пришел на занятие йогой, а занимался положенный час или полтора, и так три раза в неделю, но этим не ограничивается стиль жизни йога? Нет. Структура йоги предполагает 8 ступеней. Первый из них, яма и нияма, они так называются, говорят о том, что человек, йогин, должен соблюдать определенные нравственные принципы по отношению к окружению и к самому себе. И вот только на третьей ступени стоят эти физические упражнения, которые всем известны. Дальше идет пранаяма, это работа с дыханием. Дальше можно три ступени объединить в медитацию. Ну и самая последняя, восьмая ступень, это самадхи, это состояние спокойного ума. Переводится как-то так. Вот. И поэтому, если человек просто приступает к физическим упражнениям, не следя за своим дыханием, ну просто вот встал, физкультуру утром сделал, это, ну, будет, может быть, пользу ему телу приносить. Но это будет не йога, это будет физкультурная гимнастика. Ну, хотя бы первая ступенечка к тому, что если он уже с утра поднялся и переборол себя, свой сон, и сделал физические упражнения, можно ли это считать первой ступенькой на пути к йоге? Да, я думаю, можно. И большинство людей начинают именно с практики асан. Вот. Но важно, если человек идет к духовному развитию, как пишется в йога-книгах, да, что он должен все-таки быть там
честным, честолюбивым, должен не воровать, не насиловать, ну и придерживаться вот этих вот принципов, которые описаны в Яма-Нияма. То есть, можно сказать, что это вот секреты йоги в этом заключаются? Да, да, это такие как-то секрет, да, однозначно, ну, потому что если человек не будет работать над своим «я», то в йоге, ну, что он будет делать? Он будет выполнять асану, при этом не задумываясь о том, что происходит с его телом, что происходит с его дыханием. Это основное. Йога без дыхания — это, ну, не йога, это гимнастика. Олеся, а вы помните то утро, когда вместо обычной утренней гимнастики вы решили, что йога — это то, чего вам не хватает в жизни? Как получилось так? Как вы пришли в йогу? Ну да. Я пришла в йогу, наверное, как большинство людей. Я искала метод, чтобы похудеть. Вот. Ну, все женщины хотят корректировать свои фигуры. Вот. И я пошла, попробовала фитнес, попробовала различные направления физкультуры. Вот, кстати, на экране мы сейчас можем видеть то, что вы имеете на сегодняшний день. Да. Вот. И потом однажды в расписании увидела, ну, про йогу, решила попробовать. И спустя некоторую практику я вышла с улицы, с занятия, и я поняла, что я счастлива. И с того момента я поняла, что вот что-то там произошло интересное. Надо про это больше узнать. Какая-то магия. Я начала чаще заниматься. Начала заниматься по два раза в день, ходила в группу. Потом начала заниматься дома. Два раза в день? Да. А не многовато ли? Нет, если хочется. Но это три раза в неделю было. Три раза в неделю по два раза в день. Вот, потом закончила в группу ходить, начала дома практиковать. Олеся, потом, а что вы умеете делать такие упражнения, которые только что мы видели на экране? Сколько лет прошло или сколько месяцев? Ну, все это осваивалось постепенно, и, ну, как цель это не ставилось, это просто потом вдруг получилось. Ну, что-то получилось через полгода, что-то получилось через год, что-то через 5 лет. По-разному. Ну, собственно говоря, цель нашего сегодняшнего вечера, общий мотив сегодняшнего доброго вечера – это всегда быть в хорошей форме, в тонусе и полным жизненных сил. Кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то в различные направления фитнеса. Но вот то, что касается йоги, очень многие медийные персоны, селебрити, всемирно известные личности сегодня прибегают к йоге. Вот на ваш взгляд, что здесь особенно? Всего лишь статичные физические упражнения. На что они влияют? Как это работает, грубо говоря? О, йога имеет обширный, я не знаю, полезный эффект на тело, и не только на тело, на сознание, на состояние. Когда вы начинаете свою практику и практикуете минимум 2 раза в неделю, то вы поймете о том, что это не просто упражнение. Вы начнете замечать, как ваше тело становится крепче. И это начинается там с вашей осанки. Вы там через полгода можете посмотреть на себя в зеркало и подумать: о боже мой, я сидел там, сутулился, а теперь я уже не могу сутулиться. Когда изменится ваша походка, когда люди начнут делать вам комплименты, что вы как-то счастливо выглядите подозрительно. Вот. Ну вот. Можно начать говорить о пользе йоги очень много, но это начинается, скажем, из ощущений изнутри, состояния вашего здоровья и плюс внешняя красота. То есть таких, ну и, скажем, еще светлые мысли. Основные три компонента, я бы озвучила, это здоровье. Здоровье скорее. Ну, светлое состояние сознания и красота, да. А йога открыта каждому или все-таки нужно найти какой-то тайный ключик? Нет, йогой может заниматься каждый. И единственное, есть маленькая такая группа противопоказаний для людей, вот, которые не могут. Ну, это может быть какие-то острые заболевания, там, онкологические. Ну, это очень маленькая группа. И прежде чем заниматься йогой, если есть какие-то проблемы со здоровьем, следует обратиться к врачу и узнать о том, ну, можно ли вообще. А так вообще абсолютно в любом возрасте, начиная до рождения. Даже беременным не противопоказана йога. Показано. Да. И да, и это, ну, и хорошее начало, йога, да, для того, ошибаюсь, чтобы зародить вот, как бы, здоровье уже и в следующем поколении, в своем ребенке. Потому что если мама начинает заботиться о своем здоровье, даже во время беременности есть специальные
направление йога для беременных, которое помогает беременным осваивать определенные асаны. Они очень простые, там совсем другие особенности, нежели в обычной йоге. Также и детская. То есть вот на детской йоге я бы хотел подробнее остановиться. Я потому что уверен, что те родители, которые сейчас смотрят нашу программу, проводят с нами этот вечер, заинтересовались, что же такое детская йога. Похожа ли она на взрослую, или все-таки дети, которые всегда считаются непоседами, для них что-то определенное существует? Ну вот в моей студии есть разные просто группы детей. Начиная, у нас есть бэби-йога, это до 1,5 лет. Они, конечно, приходят с мамой, ну и приходят, их приносят. Потом есть йога. Приползают сами, активные ползатели. Да, они уже когда позанимались месяц-другой, они приползают сами. Есть группа от 3,5 до 5 лет, и потом ранжируется возраст до 13. И вот те, что самые маленькие, они, естественно, йогу в игре. Йога для детей отличается. Им дети, естественно, непоседливые, им нужна какая-то постоянная увлеченность, интерес. И инструктор с ними играет и показывает. Обычно это происходит в образе каких-то животных. Давайте изобразим жирафа или давайте изобразим собачку. И, ну, и они очень с удовольствием это делают. Олеся, можно сколько угодно много ходить на занятия по йоге, но как понять, когда же у тебя уже наступает прогресс? Все-таки, если посетители тренажерного зала, они видят, как увеличивается рост мышечной массы в йоге, это что считается показателем? Ну, а с чем вы приходите в йогу? Этот вопрос стоит задать вам. То есть, перед тем, как вы идете, для чего вы идете? Тогда вообще говорить о йоге как о каком-то стремлении к чему-то, ну, это не очень правильно. В йоге особо нет конкуренции. В йоге вы учитесь узнавать себя, учитесь находиться наедине с собой, и уже, скажем, будет для вас прогрессом, если вы увидели, я не знаю, что вы перешли там с болями в спине, да, и через месяц вы увидели, что у вас они прекратились. Возможно, для вас это будет прогресс. Для кого-то, кто-то приходит там для стройности, но это его цель, она, ну, такая. И он там похудел, и вот обрадовался. Ну, я буду рада, если он не прекратит заниматься, потому что, ну, не эта цель. Ну, как там. Прогресс, он индивидуален. Это каждый определяет для себя. Важно чувствовать себя, находиться в моменте, в своем дыхании, и тогда... Здесь и сейчас. Да, и тогда вам уже будет неважно. Когда я приходила похудеть, да, и начала заниматься, я однажды вышла, я подумала, я уже забыла про то, что я там хотела исправить в своем теле. Мне уже это было неважно. Олеся, ну вот тот, кто приходит заниматься, он же занимается не один, есть инструктор, который помогает, потому что упражнения в йоге — это далеко не всегда лежать, а силовые какие-то вещи еще. Да, силовые есть. Инструкторы обязательно помогают. И я как инструктор обеспечиваю изначально безопасность человеческого тела, потому что человек приходит, и у него сразу: я сейчас стану на руки там, или я сейчас вот на голову. Сделаю березку. Ну, да. Самое простое. Да, там стану вот в сложную асану. И в основном люди не привыкли наблюдать за своим телом, за тем, что происходит с ними. И задача инструктора — обеспечить вот эту первую безопасность, да, что вот, пожалуйста, ты хочешь в позу лотоса сесть, это отлично, но подожди, давай сначала мы сделаем упражнение, а потом, может быть, когда-нибудь у тебя это получится. Но оно произойдет само собой. Ну, наша задача как инструкторов — обеспечить человеку вот безопасность, первое, второе, информацию достаточную для того, чтобы он понял. Ну и мы, внимание наше, то есть мы следим за тем, чтобы на занятиях люди бережно относились к себе и не травмировали себя. Олеся, а где вы сами черпали знания, набирались опыта и вообще познавали весь многогранный мир йоги? Ну, я начинала занятия в Гомеле у Инны Пастушенко. Потом я занималась дома, сама читала много, развивалась. И потом мне посчастливилось встретиться с Марком и Джоанной Дарби. Они приезжали в Питер, устраивали там семинары. Я к ним 2 года подряд ездила. И там у них знакомилась со штанго-йогой. И затем вот в прошлом году съездила в Индию, в Майсор,
Вот, город. Я знал, что без этого не обойдется, потому что, по-моему, не посетив Индию, невозможно познать весь мир. Мир йоги. Ну, возможно, может, кто-то и так считает. Йога – это знание, оно как-то индивидуальный путь, скажем так. Но йога, которая здесь и в Индии, она же отличается. Да, в Индию прекрасно съездить для того, чтобы почувствовать вот эту вот атмосферу и быть у источников своей школы. Учиться там, где это знание зародилось. Потому что видов йоги много и учителей много. Важно найти своего. Ну вот мы еще говорили до программы, соматика йога есть. Это тоже какая-то программа обучения. Да. Что еще у вас практикуется? В нашей студии? Да. У нас есть аштанга-йога, естественно, есть хатха-йога, есть универсальная, гималайская, детская йога, йога для беременных. Не помню, вот если человек к вам хочет прийти, как йога. Ему определить, вот что какая мне какая же нужно? Йога именно да, его? Да. Ага. У нас вот как раз-таки существует система в студии о том, что вы можете, ну, приобретая общий абонемент, походить на разные направления. И здесь важно, чтобы человек не придерживался каких-то симпатий своего друга, например. Я сходил там к тому-то инструктору, и мне он очень понравился, поэтому пойдем. Главное, чтобы человек походил там к одному, ко второму, третьему, у нас их 8. Вот, то есть можно походить и найти свое направление и своего человека. И важно, вы увидели, человек вам приятен, вам нравится, ну, та последовательность или то, что он дает. Вам энергетика, нравится, как... грубо говоря. Да, энергетика. Вам он понравился, значит, стоит оставаться. Но перед этим я бы советовала походить по разным инструкторам и посмотреть, вот, чтобы выбрать все-таки своего. И, наверное, будет актуален вопрос, на ваш взгляд, почему йога приобретает в современном мире такую популярность? Угу. Я думаю, что все-таки здоровье становится модным. И правда, все люди хотят дольше сохранять молодость, все люди больше хотят как-то чувствовать себя хорошо, быть здоровыми. Поэтому йога как раз-таки помогает сохранить молодость дольше. Говорят, что в каком возрасте ты начал заниматься йогой, этот возраст сохраняется, ну, внешне, ну, многие годы. Поэтому вот я думаю только из-за этого. Ну и что вы пожелаете нашим зрителям в сегодняшний прекрасный вечер? Ну, я бы пожелала быть в гармонии с собой, потому что человек, который понимает, что с ним происходит в тот или иной момент, он может легко решать сложные ситуации, он может быть свободным в общении. Ну и это такой путь к счастью. Огромное спасибо за то, что часть этого вечера вы провели вместе с нами. Хочется неоднократно видеть вас в студии «Доброго вечера» еще и еще. Ну и в лучших традициях и хинди, и йоги, пхермелеге. Друзья, завтра будет новый вечер, и он будет обязательно добрым. А на сегодня это все. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4». Любви вам и море позитива.